Ребят, ну в целом сегодня день хороший. Давно я не выпускал видосики. А Самурского ГПЗ вот такой, в принципе, такой молодой микропарк, зона отдыха, можно сказать. Растут березки, посадили розы, еще деревья по листьям пока не могу определить. То ли осина, то ли еще что-то. Вот. Поэтому травку давно не косили, как бы все аккуратно, щебеночка, как бы как декоративная такая. Вот. Поэтому, но в целом, как бы, ну, реально все нравится. Вот. Что касается работы, многие спрашивают, пишут, да и так. Ну, всякое бывает. То есть, может быть, не в этих темах, как бы, но вообще много задают вопросов. Что вот обманывают там и так далее. Как бы, ребят, все возможно. Все возможно. Я с этим не сталкивался. Вот. Ну, лично у меня там, да, бывают какие-то задержки. Там недели, там полторы. Вот. Но это бывает на всех объектах, на которых я был. Вот. И бывала задержка там и на месяц, там и на полтора. Там, ну, там много факторов, как бы. Вот. Поэтому все относительно. Вот. Будут строить еще какие-то корпус, то ли общежитие, то ли еще что-то. Вот. Поэтому дела идут, работа идет, жизнь на вахте, она не идет, она просто бежит. С одной стороны, подобным бездельем занимаешься дома, ну как бездельем? Вот этот день сурка постоянно, то есть ты проснулся, идешь на работу, да, с работы домой, там что-то покушать, принять душ, пойти погулять там или посмотреть телевизор. Вот. А утром опять на работу, и так вот по сути проходит вся она жизнь. А здесь жизнь течет точно так же, только, ну, в принципе, без выходных. Ну, у нас их просто нет. Вот. И бывают такие вот дни, когда берешь себе небольшой отдых, вот, и как-то пытаешься насладиться тем остатком жизни, той свободы маленькой, несколько часовой, которая у тебя осталась. Вот. С одной стороны, когда вы находитесь дома и у вас абсолютно нет денег, да, пойти в кино, попить того же пива элементарного, съездить на рыбалку, потому что все это деньги, 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 да, на рыбалку поехать, это бензин, купить в любом случае надо, да, купить прикормку и так далее, пиво купить, это опять же деньги, то есть все упирается в деньги. И когда вы находитесь дома, сидя на диване перед телевизором, вы никуда не можете пойти, потому что у вас просто нет денег. Здесь чуть-чуть все иначе, здесь у вас как бы есть деньги. Но вы никуда, кроме работы, не можете пойти. Потому что, в принципе, никуда не выпускают. Тут карантин, тут вахта равно работа там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, видите, существует какая-то закономерность на самом деле. Потому что как бы, тут вроде деньги есть, да, а некуда их тратить. И с другой стороны, вы можете эти деньги отослать своей семье, жене, блять, ну извините меня, вот, к примеру, я не из тех людей, то есть я немножечко эгоист в этом плане. Да, я приеду, будем тратить деньги вместе, но не так, что я их заработал, отослал, себе оставил пару тысяч там на кофе, чай, сигареты, грубо говоря, там на какие-то первичные необходимости, да, там бритвенный станок, зубная паста там и так далее. Нет, то есть, да, я их заработал, я приеду, и будем тратить вместе. Потому что я просто знаю, что от той суммы ничего не останется. Скажет, извини, я купила сумочку за 10 тысяч, я купила, блин, сапожки за 15, там, и так далее, и так далее. Но я не для того горбачу, чтобы мои, блядь, бабки, блядь, просирались, блядь, мимо меня. Поэтому, ребят, такова жизнь. Такой вот красивый микропарк, микрозона отдыха. Подписывайтесь на канал Петрович. Планирую чуть попозже отснять видео о фастфуде. Поселок, город свободный. Многие обижаются, что я называю его поселком. Говорят, посмотреть Википедию и так далее.
Блин, не знаю, ребят, без обид. Деревня тащит деревню. Все, ребят, до встречи.